Долгостройная Мельникова 26А в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию до конца месяца. В рамках совещания под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова был высказан ряд замечаний, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. В основном они касаются благоустройства слаботочных систем и систем электроснабжения. Срок устранения замечаний – неделя. К тому же на данный момент на объекте ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, устраняются замечания, выданные региональной инспекции Госстройнадзора. Вот 16-этажного многоквартирного дома в эксплуатацию позволит восстановить права 89 участников долевого строительства. В данном случае правительство за счет организационных мер, за счет административных мер, за счет подбора инвестора организовало эту достройку без привлечения бюджетных средств за счет тех активов, которые присутствовали в данном многоквартирном доме и в целом у застройщика. И ожидаем, что до конца августа данный дом все-таки уже будет введен в эксплуатацию. В противном случае на 3 сентября у нас назначено судебное заседание. Здесь, конечно, уже вопрос о банкротстве застройщика будет рассмотрен, я думаю, положительно.